И своим мнением о значимости послания президента поделились жители столицы. Горожане высказались о проведении внеочередных выборов, об амнистии и поддержали создание фонда для детей. Ну, в целом, из послания, из хорошего, то, что мне понравилось, то, что детям будут открывать счета. Мне это очень понравилось до 18 лет, потому что сталкивались многие молодежи, знакомые, родственники, что сейчас не могут обустроить своих детей. Многие сейчас боятся заводить больше детей, потому что как мы их обучим, как мы их прокормим. Это очень хороший шаг. Это вообще супер, это приветствует, потому что это давно надо было для детей. И мне кажется, увеличится рождаемость, у нас увеличится наша численность в Казахстане. Я понимаю, семьи хотят, чтобы большие были, но при этом нужно думать о будущем ребенка, чтобы родить, это же ответственность большая. Поэтому я считаю, что это вообще большой-большой плюс. Ну, это хорошая мера, это очень даже хорошо, что для детей, для подростков уже как забота государства идет о них. Потому что не все сейчас родители могут отложить из своего семейного бюджета денежку, например, на ту же учебу, тот же первоначальный взнос, там, если где-то в институт или обучение, это очень даже хорошо. Ну, это самое нужное, кстати, вот это самое правильное. Я это давно думал, что вот это давно надо внедрить, если честно сказать. Я здесь полностью вот это. Я первый раз, вот 18 лет, что, с рождения буду давать деньги, да, что ли? Да, 18 лет, потом 18. Да вы что, у меня само дети эти. Да. Они вот уже, у них есть где упереться, дом есть, крыша над головой, как говоришь, деньги там на свои расходы, там, на нужды свои.